проходит день юного конника. С утра пораньше идем раздавать всем сено и одним, и вторым. Затем идем выпускать лошадок на улицу, чтобы они побегали. А тут уже цыганка идет ко мне, думаю, что у меня есть вкусняшки. Но я на тот момент их забыла. И она подходит и расстраивается очень сильно. Но заодно она меня все же покатала на себе. Потом мы с ней походили на веревочке. А здесь я их уже застукала за тем, как они ели сено бесстыжие из моего ведома. Тут они идут домой, расстроенные, что я не дала им покушать сено из тюка, а не так. Заходят домой такие грустные, но ничего страшного. Здесь я уже несу овес, чтобы их обрадовать, чтобы они не грустили. Отчасти они же не дали мне овес сначала насыпать.